Инвестиции, транспорт и поддержка малого и среднего предпринимательства. Виталий Степанов перечисляет основные направления работы Комитета законодательного собрания за последний год. С инвестициями в экономику полный порядок – 150 миллионов рублей, хотя можно и больше. Большой успех в развитии транспортного сообщения. Весной этого года в области запущен проект малой авиации. Что важно, цены на билеты невысокие за счет бюджетного субсидирования. Был принят закон, вносящий поправки в наш областной бюджет, и сумма, суммарное субсидирование из областного и федерального бюджета на субсидирование данных вида перевозок, авиаперевозок, составило в этом году 47 миллионов рублей. Главным направлением своей работы депутаты-экономисты считают поддержку малого предпринимательства. Людей, занятых в этой сфере, в Оренбурге более 300 тысяч человек. Чтобы удержаться на плаву, бизнесменам необходимо помогать. За последний год объем поддержки 230 миллионов рублей. Цифра рекордная. В 2007 году на реализацию программ, мероприятий программы, было заложено в бюджете истрачено 27 миллионов рублей. В 2008 году 69 миллионов. То есть мы видим положительную динамику. И уже в ближайшее время депутаты рассмотрят закон о так называемом уполномоченном по правам предпринимателей в Оренбургской области. Независимый омбудсмен будет решать самые проблемные вопросы взаимодействия власти и бизнеса. Это, условно говоря, независимый орган или человек со своим аппаратом минимальный, который защищает интересы предпринимателей и контролирует работу чиновников. Виталий Сапожников, Илья Схаялин. Наше время.